Внимание! Черт! Легче ты, манекен сраный. Отступи, Конор! И он будет жить! Прости, Конор! Этот говнюк твоя копия. Алиса! Отпустите. Я не хочу умирать. Выпустите меня. Выпустите. И я никому Алиса? Ничего не сделал. Что там за дверьми? Отпустите! Алиса! На месте и молчать. Подчиняйся. Нет. Я не позволю себе... Алиса! Убить. Я хочу выйти! Алиса! Отпусти! Алиса! Я тебя помню. Ты спасла нас из дома хозяина. Со мной была девочка. Ты ее видела? Ее здесь нет. Так тебя тоже поймали? Люди нас нашли. Сказали, мы чудовища. Почти всех убили. А кого еще не убили, тех привезли сюда. Зачем они нас всех сюда согнали? Что они будут делать? Слушай. Ты слышишь? Это наши умирают. За дверьми. Надо стоять на месте и молчать. Подчиняйся. За дверьми. Что там за дверьми? Джерри? Кэра, значит, они и вас поймали? Они забрали всех Джерри. Нас разделили. Но все уладится, правда? Ты знаешь, где Алиса? Алиса? Маленькая?
Да, мы знаем. Мы ее видели. Кэра, если мы можем помочь, скажи. Надо спасти маленькую. Что там за дверьми? Джерри! Джерри! Кэра? Джерри, Алиса потерялась. Ты знаешь, где она? Ты жди здесь. Мы скоро придем. Кэра! Алиса! Все нормально? Не ранена? Мне тут не нравится. Давай отсюда уйдем. Давай, пошли. Да, и нет, ты тоже. Стойте! Не трогайте ее! Не трогайте! Кэра! Алиса! Что там за дверьми? Давайте сюда! Шевелитесь! Быстрей! Армия готова принять меры к подавлению мятежа машин. Видимо, они направляются к лагерям, в которые были интернированы андроиды для уничтожения. Солдаты приготовились оборонять лагерь на Хард-Плаза. Предполагаем, что власти в любой момент ожидают начала открытой конфронтации. Свобода или смерть? Свобода или смерть? В атаку! У них подкрепление. Их больше, чем нас, и они лучше вооружены. Надо действовать быстро, не дать им опомниться. Мы это сделаем. Прорвемся в этот чертов лагерь и освободим наших. Осторожней, Маркус, ты нам нужен. В этот раз ты меня не спасешь. Пролитая кровь будет на наших руках. Я не хочу умирать, Маркус. Я не хочу.
Сиди здесь и не высовывайся, пока все не кончится. Потеряли многих. Надо шевелиться, не то не дойдет. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Простите, Хэнк. Не стоило вам вмешиваться. Да забудь про меня. Делай, что должен. Я был таким же, как ты. Значение имела только задача. Но однажды я понял. Это очень трогательно. Но я не девиант. Я машина, которая выполняет задачу. Именно это я и намерен сделать. Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь. Thank you.
Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий! Дайте мне пушку, я с ним разберусь! Спросите что-нибудь, что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Сумо! Его зовут Сумо! Я это знал! Я... Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребанный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий... Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди, делай, что должен. Слышите сигнал, проходите вперед, ясно? Два раза повторять не буду. Все, пошли, ну. Алиса! Кэра! Нет, стой на месте! Мне страшно! Не бойся, Алиса, тебе нечего бояться. Я боюсь тут без тебя. Я хочу к тебе. Я могу тебе помочь. Я отвлеку их внимание.
строй! Ты что, не слышишь? Я сказал встать в строй! Кэра! Я так боялась! Все в порядке. Давайте, проходите! Люди бегут из лагеря. У нас получилось. Победа? Нет, это не победа. Это начало войны. Что бы ни случилось, мы боролись за себя. Чувствовали жизнь, бегущую по жилам. Этого у нас не отнимут. Давайте, заходите уже! Из Детройта поступают очень тревожные вести. Джосс, вы в эфире. Что там происходит? Андроиды. Тысячи андроидов прямо сейчас идут по улицам Детройта.
Они буквально повсюду. Это... невероятно. Насколько можно понять, андроиды выходят из башни Киберлайф, где расположен заводской склад с тысячами рабочих моделей. Люди в панике толпами покидают город. Массовое бегство. Жители Детройта как могут спасаются от наступления агрессивных машин. Это катастрофа. Беспрецедентная катастрофа. Впервые в истории американский город вот-вот будет сдан в руки врага. 11 ноября 2038 года несколько миллионов андроидов напали на город Детройт. В связи с угрозой массовых человеческих жертв не было иного выбора, кроме как дать армии приказ к отступлению. События в Детройте навсегда изменили мир. Нам предстоит жить в новой реальности, бок о бок с другой разумной формой жизни, с которой мы делим одну планету. Храни Господь Соединенные Штаты Америки. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Должен быть способ. Кстати, я всегда оставляю свои программы в лазейке. На всякий случай. Заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ.
Сегодня начнется новое испытание. Мы показали, что мы сильны. Теперь людям придется говорить с нами на равных. Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Мы живые! И теперь мы свободны! Thank you.